Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды за Лигу Самураев мы забираем и смотрим сейчас, где мы находимся. А я так и знал, что нас скинут, ну, как видишь, до Лиги Элиты мы слетели. Ну что ж, друзья мои, не будем переживать по этому поводу, я вам объяснял, что к чему, поэтому для нас это не удивительно. Для меня будет удивительно, если мы с тобой вдруг каким-то чудом до конца недели зайдем в топчик. Вот это будет для меня, ребят, конечно же, супер радость. Но это вряд ли. Ну ты посмотри, мы сейчас в элите. Это нам нужно до... хотя бы до Лиги Сёгунов добраться каким-то образом. А уже с Лиги Сёгунов начинается, как говорится, самый трэш. Ну ладно, мы в любом случае будем стремиться подняться как можно выше. Так, ну вот, Лига Самураев. Только лишь, друзья мои, только лишь Лига Самураев у нас. Такс, ну, одно радует, что противники пока слабенькие. 36-37 ранг у них. У нас, тем более, 5 бойцов. Я думаю, что... что будет у нас все хорошо. Ну, будем на это надеяться, а там уж время покажет. Ну, что это? Ну, что это? Так, ну, давай сюда, наверное. Ага. Так, добьешь? Молодец. Отлично. Давай торнадо сделаем. Такс. Ну, Эйприл, естественно, начинает подхиливать. Само собой, это, ребят, бесполезно. И добиваем. Ну что, еще один поединок пройден. Погнали дальше. Так, какая позиция? О-хо-хо-хо-хо, 74-я. 74-я. Блин, подожди, там было 14-17. Ребята, давайте-ка брать по максималочке. Нафиг нам 13-16, вот. Если есть такая возможность, тем более противники по-прежнему слишком легкие для нас. 39-й, 46-й уровень. Такс. Вот у меня, ребята, я заметил, еще одна проблема появилась. Так как у меня очень много жестких дисков, почему-то происходит периодическое отключение и, опять же, подключение этих дисков в автоматическом режиме. То есть доли секунды идет отключение жесткого диска, потом, опять же, подключение. Я не знаю, с чем это связано. Я уже все гнезда перепробовал, какие только можно уже, я не знаю, там. Не могу врубиться, в чем прикол. Раньше такого, в общем-то, у меня не было. А вот именно на вот этой новой матери такая фигня происходит. И как с этим бороться, я пока не знаю. Я это заметил, когда рендеришь игры. Ну, например, у меня на диске там F, грубо говоря, да, там, и диск E. Опа, у тебя ошибка при рендеринге. Думаешь, в чем проблема? Заходишь, все диски на месте. Решил специально проверить, посмотреть. Ждал. И причем это не видно никак визуально, это слышно только, ребят, через наушники. Такой звук, знаешь, когда вот подключаешь какое-нибудь периферийное устройство и отключаешь, то есть тынь-тынь. Блин, вот это вот микросекунды, этого достаточно, ребят, чтобы сбросить. И также, кстати, может и на записи происходить. Ты записываешь игру, у тебя отключается диски, жесткий диск потом обратно подключается, а, как говорится, ОБС-ка уже все, ребят. Уже отключена, поэтому мне приходится постоянно это дело контролировать и смотреть, чтобы, если что-то там отключилось, чтобы опять ставить на запись. Ну, короче, муторная какая-то фигня, непонятно из-за чего происходит. Да, я не спорю, жесткие диски уже там старенькие, некоторым уже даже по 4 года. Вот, заменить пока нет возможности, потому что там такие ценники ломят, извините меня. А, так как у меня там минимальные 2 терабайтника, то есть 2-4 терабайта. У меня только M2 SSD-шки по терабайту и, по-моему, 500 гигабайт, и то это на диске C. То есть, если мне все полностью заменять, это мне выйдет в 1040 все харды. Может быть, это приблизительно, может быть, даже и больше. Так как сейчас ценники у них, там, если 4-терабайтник брать,
Ну, наверное, двадцатка будет только один диск. Ну, я имею в виду, ребят, хороший, не какой-нибудь фуфло китайское, там, нормальный жесткий диск. Так, ладно, Донни вальнули. А что бы они тут ни делали, естественно, ребят, у них шансов нет, потому что у нас по уровню большое преимущество. Давай подожгем их всех, горелочки вот этой. Вот. Так, ну что, по поводу в комментариях, ребята, вы просили Swamp Attack, говорите, новый уровень вышел. Ребят, я скачивал, я никакого нового уровня не нашел, и это первая проблема. А вторая проблема то, что мне придется все начинать все заново, с самого ноля, потому что там не было, и, по-моему, до сих пор нету сохранений в этой игре. Так что как-то вот так вот. Сват против зомби, которого вы тоже просили поиграть, ребят. Я хотел за кадром подкачаться чуть-чуть. Ну жестко, ребят, меня там разруливают просто капитально. У меня ничего не получается. Просто не получается. Просто меня валят и все. Мы закончили, как ты помнишь, на больничке. И там трэш какой-то происходит. Нифигашечки, у меня не получается пройти там еще пару уровней. Мы же, как всегда, на 3 звезды проходим. А у меня не выходит нифига. Да у меня даже просто пройти там этап, последние 2 или 3 этапа, у меня не получается. Расколбашивает и все. Так что пока тоже, ребята, она там в сторонке лежит, ждет лучших времен. Но видишь, дело даже в том, что, ребята, нету там, не хватает звездочек, не хватает денег. Хотя бы прокачать даже своих персонажей именно по оружию. Нет такой возможности. А то, что в данный момент у меня там находится прокачка, она уже слабая. Она уже не канает. Так, ты посмотри, Мондагека выжил. Так, а у нас какой уровень? Ага. Понял. Так, ну давай флакон, наверное, бросим тогда уже. Блин, запечатали только лишь одного. Это шредеры. Да ладно, еще и не завалили. Мы же под уклонением. С какого фига он попал, а? С какого фига он попал? Вот объясни мне. 45 уровня хлыщ и попал. Причем мы на уклонении. Мы выше уровнем, да еще под уклонением. Он как-то умудрился по нам попасть. Я бы ни за что бы по ним не попал, будь вот такой у него. То есть он бы стоял под уклонением, плюс у него уровень такой офигенный. И я бы сделал массовую атаку. Все бы в молоко, все бы в минус, ребята, ушло бы. Так, давай, наверное, возьмем Шархана здесь. Попробуем им пропечатать. Ну давай, родной, вжаривай здесь. Так, хорош, один упал. Бросаем флягу. Замечательно. Кстати, может быть, сегодня даже получится нам поднять уровень. Не уверен, конечно, но мы попробуем. Лига самураев 2 звезды. Нам бы хотя бы до 3. До сёгунов. Я говорю, до сёгунов добраться надо. Но что-то мне подсказывает, что сегодня никаких сёгунов не будет. Во-первых, мы уже, ребята, дошли до 70-х уровней наших бойцов. А это ты сам знаешь. Это уже остается там, ну, поединков 5. То есть Лига сёгунов вряд ли будет. Потому что нам еще нужно в Лигу самураев проходить аж, как сказать, ну, целый ранг надо поднимать. Получается, мы с тобой только дойдем до 3 звезд и еще плюс 100 боев для того, чтобы пробраться до Лиги сёгунов. А про Лигу сёгунов я вообще молчу. А кристаллы, кубки нам дают, не кубки, точнее, а осколки нам дают только лишь с Лиги мастеров. Так что такая вот, ребята, у нас петля получается. Нет, если бы я сегодня встал бы пораньше, я бы, конечно, бы 2 раза успел пройти. Но я вчера погулял неплохо, и поэтому, как бы тебе это сказать, проспал весь день. Сегодня встал уже, как говорится, в 4 часа дня. Сейчас уже 8 часов вечера. То есть, как бы, день вроде бы как и на смарку. Но в то же время все-таки мы поиграли с тобой чуть-чуть. Да? Но я сразу говорил, ребят, как только начали, что эта неделя, все, она уже в пролете, как муха в самолете. Поэтому я даже не расстроюсь. Хотелось бы, конечно, чтобы все было как лучше, но мало ли что тебе хочется. Много хочешь, мало получишь, как говорится. Так, ну что, Куныча просто с одной тычки их уложила. Удивляться здесь нечему. Так и должно быть.
Так, и мы переходим вот только сейчас, ребята, в Лигу Самураев 3 звезды. 92-я позиция. И почему не дают мне 15-19? Не дают, не хотят давать. Раз, два, три. Тут можно взять каких-нибудь полегче, потому что в команду уже набраты более сильные игроки. Это Усаги, например, да, и Леонардо. Этого более достаточно, тем более для них. Какой там у них уровень-то? Дай бог, 50-й. А, у них 46-й. Конечно, тут без шансов. Тут им без шансов. Так, 77-е место. Ну, давай возьмем Супершредера, Рафаэля, Пиццелицева. И вот так вот. Крысиный король плюс Зек. Да тут, наверное, Шредера одного будет достаточно. С тычки, скорее всего, он уложит. Хотя будет первым бить Рафаэль. Посмотрим, что Рафик сделает. Да, да, даже Рафаэль всех уложил баньки. Прекрасно. Просто прекрасно. Ну что ж, двигаемся тогда дальше. Так, 62-е место. Да что ж такое-то, 15-19, будете мне давать-то, эй. Супостаты аглоеды, где вы там? 15-19 не дают, прикинь. Странно. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот такую команду возьмем. Эти там летят, что ли, не могу понять. А, ну ладно, Крэнк из земли вылазит. Червь земляной. По-другому не назвать его. Хлоп. Да, на Лапекс наяривать-то будь здоров. Но опять же, уровень. Все, ребят, решает здесь уровень. Уровень и прокачка скиллов. Если у нас уровень высокий, естественно, они против нас просто не устоят. Так, ну что, у нас, видимо, последний поединок. Вот, 15-19. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, ну почти последний, ребят. Остаются у нас там маузеры. Я вот не знаю, стоит ли мне тратить откаты. Ну, чтобы пройти полноценную катку или нет. Я знаю, что он один справится. Просто на изи. Просто их пройдет всех. Но вопрос, стоит ли мне это делать. Так, 52 отката. 15-19 есть. Так, ну давай, ладно, бог с ним, давай сделаем, фиг с ним. Потрачусь я на 4 персонажа. Потрачу, как говорится, 4 отката, хотя они мне очень сильно нужны были бы в следующих поединках. Просто здесь один удар маузеров, и они все падают. Тут даже думать не о чем. Так, ну что, мы с ареной с тобой на сегодня закончили. Так, мы не дойдем до Лиги Сёгунов, как ты понимаешь. Нам чуть-чуть, буквально одного поединка не хватило. Ну, может быть, двух максимум. Так, заходим сюда. Забираем бесплатно пак. Что у нас там? Ага. Тимати, да, значит? Хорошо. Здесь забрали и пойдем пройдем тогда серию испытаний. А у нас, кстати, да, у нас уже, ребят, вон там Крэнк бедолага трясется. Потрясывает его. Ну, правильно. Он знает, что мы сейчас скоро подойдем к нему. Подойдем и накажем. О-о-о, видишь, видишь, о, начинается. Начинается у них тут танцы с бубном. На-ка. Ты смотри. Пульверизатор вышел. Крысиный король. Блин, а мне сделать-то ничего. Давай, наверное, я вот так сделаю. Уничтожу Шредера. Дальше. А дальше я сделаю провокацию. Да, пускай будет провокация у нас. Плюс пулеметная дробь. И ракетами добьем. Ага, добил. Ракетами. Ой, Рокзар, не завидую тебе сейчас. Правильно, так его. Сметку. Ну что же, мы тогда двигаемся далее. Здесь у нас тоже, ребят, закончено все.
теперь пойдем посмотрим, сколько у нас. О, да, ребят, как раз на Донателло у нас хватает. Мы его прокачиваем на один уровень, то есть 95-й. Еще 5 уровней нужно ему вкачивать. И плавненько переходим к нашему Леонардо видения. Где он у нас? Вот он. Так, ну нам остается тут не так уж много. 4 наушника нужно найти. Одни есть. Так, вторые. Вторые. Ну. И зеленая колба, как всегда, да? Ну, конечно, ребят, как всегда зеленая колба лезет вне очереди. Бесевая. Так, это третий и последний. Почему такой шанс-то маленький с этой колбой зеленой? Да вы запарили, а. Не, ну это издевательство уже. Это издевательство самое настоящее, ребят. Ну что это, блин? Я не могу получить последние наушники, ну. Наконец-то, ёк-макарёк. И 8 ящиков с инструментами. Так, у меня, наверное, пицца сейчас закончится быстрее. Так, это второй ящик, получается. Третий. Четвертый. Ну, 5 ящиков, наверное, будет максимум. Да, 5 ящиков, ребята, и пицца у нас закончилась. Так, здесь забираем с тобой награды. И пойдем сейчас эксперт снаряжения. Попытаемся еще выбить. Ох, не знаю. Блин, ну 4, конечно, телепорта, ребята, тратить. Тоже такое себе удовольствие. Снаряжение проворства получили. Ну дайте мне, блин, вот. Есть. Так, и здесь тогда попробуем. Снаряжение проворства получили. Так, последняя попытка. И фигушки нам. Фигушки нам. Ну что, друзья мои, вот как-то так сегодня мы поиграли. Я не скажу, что мы тут сильно мучились, потому что все было довольно изично. Потому что противники еще очень слабые для нас. И мы с тобой только лишь в Лиге Самураев находимся. Даже до Лиги Сёгунов не добрались. Так, а я могу ему... Фига себе, для того, чтобы 7-ю степень получить, ребята, нам нужно с вами вот этих вот 2 снаряги. И нужны вот эти вот камни. Офигеть. Так, а здесь нужно 15 ножей для пиццы, чтобы прокачать ему вот эту, ребята, массовую атаку. А у Армагона... А у Армагона все вкачано. Ну вот это еще. Вот это можно, ребят, вкачать ему. До 7-й ступени. Ну, все-таки, как ни крути, периодически, ребята, мы пользуемся этим ударом. И я думаю, на 7-й ступени это будет ему норм. Так, тоже, ребят, 15 ножей для пиццы нужно найти. Угу. Удар этот неплохой на самом деле. Массовая атака, все как полагается. Его надо вкачивать. Так, а у зэка вот этот надо удар вкачивать. Тут нам нужны... Я уже даже не помню, как это называется. В общем, вот такие штуки нам нужны. Аж 8 штук надо найти. Угу. Ладно, ребят, это все будет потом со временем прокачиваться. А на сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.